сегодня мы находимся в Маноне. Это одна из наших последних припати. Со мной Лиза, Маркус. Собственно говоря, ничего говорить не будем. Смотрите, это наши артисты. Один за другим. Одно восхищение. Друзья, ну на самом деле, как бы, мы все готовимся к майским праздникам. Кто-то в спортзале, кто-то музыкально, кто-то просто энергетически. Но все это мы покажем именно на майские праздники с 1 по 7 в отеле «Премьер Палас». Короче, 2 мая вечеринка PPL совместно с Маноном. Быть всем будет охуенно. Мы это запикаем, конечно же, но все же, друзья, приезжайте, мы будем все вас ждать. Маркус, Лиза, Гуров, Диван Шоу, мы с вами. Ксюш, привет. А что, тема разговора? А тебе? Все прекрасно. Мы снимаем такой маленький репортаж о тяжелой женской доле в московской жизни. Как ты вообще? Слушайте, полный бред. Женская доля везде одинакова. С нами СТ. Ну как ты? Я, как всегда, лучше всех. Какие у тебя планы на майские, скажи мне? Я буду работать, выступать. И... Покажи блайнд. Вы понимаете, да? Очень знаю, я заработал на хлеб, курю, читаю рэп. Черри, друзья. Ник, скажи мне, какие планы на майске? О-о-о-о. Отусоваться прям на полную. Прям на полную. Все прям по-модному. Все очень будет круто. Очень. Куда поеду? Ну, в Турцию поеду. Пример по вас. Да. 1 по 7. Друзья, мы будем с вами. Гуров, Диван Шоу, Ник, Черри. Ждите нас именно там. Меня зовут Валерка. Валерка Край. Валерка Край. В общем, друзья, это Эдик Якут. Я все подстроил, он поедет с нами. Без Якута ни одна наша пати не обходится. Премьер Палас. Дорогие друзья, с 1 по 7 ждем вас в Турции. Кадарию затащу, обещаю. Я в Турцию к вам приеду. Только жене не говорить. Друзья, море, солнце, Турция и все мы. Я гарантирую вам, это будет жарко. Мы ждем.